Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Pixelmon. И это, ребята, последняя серия этого сезона. Ребята, словили мы всех покемонов, я так думаю, в принципе. Больше никаких нету, которые бы могли быть. Я не знаю, ребят, может еще какие-то есть, но я, если честно, больше не знаю, какие еще могут быть. Поэтому, ребята, давайте мы, в принципе, так сделаем, как было у нас в прошлом сезоне. То есть в конце сезона подведем итоги, какие покемоны у нас есть, что мы сделали, что мы будем делать в следующем сезоне. И, в принципе, вообще, как прошел этот сезон. Давайте сначала будем брать всех, в принципе, покемонов по очереди. И будем просто-напросто смотреть, что это за покемоны и, как бы, каких мы словили, да. Давайте берем. Первый, в принципе, наш Чаризард. Как всегда, мы берем Чаризарда, первого покемона. Но в следующем сезоне я, ребят, не знаю, будет ли Чаризард. Я, наверное, все-таки возьму... Ну, это тоже как бы стартовик, да? Тоже прикольный покемон. Но, ребята, это Ампхароса я словлю, наверное, сразу в следующем сезоне. Я так думаю, Ампхарос, так как он, в принципе, сильный и марипов куча. Но стартовика я возьму, ребята, Чимчара. Я не знаю, почему, если честно, в принципе... Или может, просто-напросто опять возьму... Чаризарда, ну, ребята, давайте так устроим голосование. Кто за Чаризарда, пишите Чаризарда. Кто за Чимчара, пишите Чимчар. Никаких ашавотов, никаких тепигов и всяких других стартовиков нет, ребята. Я хочу огненных, и я хочу только или Чаризарда, или Чимчара. Ребят, решайте, потом посмотрим. Вот, это тоже стартовик, тоже прикольный. И Райчу, конечно, вот Райчу, куда же без него, да. Так, этих мы ставим. Обратно. Этих мы, ребята, берем. Так. И тут еще один, вот. Ну, в принципе, Леди, обычненький такой покемон. Самурот, то есть Ашавот тоже. А потом у нас идет Шарпедо. Ух, какой! Потом у нас идет... Сайджлиф, как-то вот так, ребята, он читается. Ну, в принципе, такой, ваза, да, можно сказать, ваза летающая. Саблей, какой, не знаю, что-то смахивает мне на какого-то персонажа, но я не могу вспомнить, не могу догадаться, но что-то он похожий на какого-то. Луксрей, конечно, красавец. Ставим их обратно. Так, берем, ай-ай-ай. Берем мы вот этих. Так. В принципе, у нас дальше идет Галвантура. Это желтик вроде, да? То есть его первая эволюция. Точно не помню, но... Потом у нас идет Бедрил обычненький такой. Шанделур. Короче, Литвик, да? Потом у нас идет Каракоста. О! Потом у нас идет Бастиодон, тоже фосил, два фосила вот у нас, ребята. И еще Ариодактиль, то есть три фосила. Так, ставим мы дальше, как бы обратно, да. И вот у нас тут легендарные ребята. Вот, первый у нас идет Кёрч, которого мы, в принципе, очень быстро словили. Он заспаунился сразу же после Мьюту и Райквазы, как бы, хотя, ну, в принципе... В принципе, да, ну как бы, конечно, после Мьюту и Райквазы, кто же еще может заспамиться? Ну, как бы только Гроудон, да. Ну, как бы, что спамятся покемоны. Потом у нас идет Райкваза, там, где баг был просто нереальный, где они в какой-то версии там летали кучами, за одну ночь спавнились там по столько штук, что капут. Потом Мью, если бы, конечно, Мью как бы прикольный, много их штук спавнилось, но что я хочу, чтобы уже наконец-то изменили текстурку Мью. Ну, я понимаю, Мью как бы прикольный, но... Вы уже меняете текстурки всяким любым покемоном, Мэджикарпом и всем остальным, а как бы легендарному покемону Мью не можете изменить текстурку на какую-то более такую. Ну, потом у нас идет Молтрес, потом у нас Артикуна, потом Омастар, ну, тоже фосил, да, покемон. Так, ставим их обратно. Ребят... Честное слово, могу не знать, я может не знаю, но может каких-то покемонов не хватает. Фиг его знает. Вот у нас Крастл, камень такой, какой-то, вот тут, ну, в принципе, такой покемон. Феллигатор, да.
Тототайлон, вроде. О, ребят, смотрите, опять мюза спамилась. Вот. Тоже прикольный такой. Ребята, не буду я показывать Бластойза, потому что просто-напросто выкидывает его... Выкидывает из игры, как бы крашится, когда ты показываешь Бластойза, когда ты его выкидываешь. Не знаю почему. Поэтому, ребят, не будем его показывать. Потом идет у нас вот этот покемон. Вот такой. Потом у нас идет вот это. Гигалиф. Как-то он так читается. Так, ставим вот это обратно. Этого берем. Так. Вот шайни тут у нас, ребята, уже. Вот у нас идет Дуг Трио Шайни, да? Трио. Вот такое. А, потом у нас идет... Сейчас, секундочку. Потом у нас идет Голем Шайни. Потом у нас идет Тикин Шайни, которых мы просто кучу находили. Потом у нас идет Фиров Шайни, которого было нереально так, очень, можно сказать, сложно словить, потому что они вот так быстро летают, что... Потом у нас идет вот этот Шайни. Потом у нас идет Скулипет какой-то Шайни. Вот тоже такой прикольный. Так, ставим вот этих обратно. Так, сейчас... Этих мы сейчас возьмем, ребята. Этого вот сюда, этого вот сюда. Так, сейчас у нас идет Кробат. Тоже у нас он шайни, ребята. Потом у нас идет Райчу. Еще один, но шайни. Нидо Квин, шайни. Люкс Рей, которого мы нашли, но шайни, вот какой красивый. Потом у нас Чаризард, шайни, черный, которого мы купили за... Ну, как бы в магазине, можно сказать. Потом у нас идет Голдак, я не знаю, шайни ли он или нет. Так, ладно. Потом ставим мы их обратненько вот сюда. Берем вот этих. Так. Магмар. Какой нафиг... А. Магмар. Магмар. Магмара нафиг мне отсюда, ребята. Потому что у нас там есть еще один магмар, которого я просто-напросто как-то и не заметил, что он у нас есть, ребята. Ладно. Так. Знаете, вот, допустим, не знаю. Вот. Так, и вот туда возьмем вот этого. Тайфлужин, тоже стартовик. Такой. Синдаквил, да, прикольный. Вот, конечно, вот эта громадина. Потом Рампардос, тоже фосил такое. Потом у нас идет Драгонайт. 55 уровень, сдуреть можно, сколько его качать нужно. Потом у нас идет Белсомом. Такой капут. Так, это вроде у нас Зодиша, да, эволюция? Как я помню. Мировак, ну, в принципе. Сейчас мы их поставим обратненько. Так, возьмем мы вот этих. Так, еще одного. И Голурк. Вот это реально прикольный покемон. Ребята, пожалуйста, скажите, какая первая эволюция вот этого покемона? Я, честное слово, забыл. Какая у него первая эволюция? Кто знает, напишите, пожалуйста. Потом у нас идет Янмега. Потом Лапрас. Потом Алаказам. Тоже хотелось бы, чтобы Абри вот этому Кадабре, Алаказаму изменили текстурку, потому что просто покемон реально крутой. Ну, покемон реально прикольный, но просто то, что текстурка какая-то такая. Потом у нас идет Нинталес. Как-то вот так. Потом у нас идет Primeape. Тоже. Так, сейчас ставим их обратно. Берем вот этих. Так. Веномод, в принципе. Потом Кинглер. Гипно. Агрон. Эгрон, да. Потом Свамперт, конечно же. Потом у нас Клифейбл. Вот такой. Так, отлично. Сейчас мы их, ребята, ставим обратно в компьютер. Давайте возьмем вот этого. Гроудон. А, Крокодай. Просто... Сейчас, секундочку. Так похож на Гроудона. Смотрите просто, если вот так. Мне кажется, немного похож, если вот в этих... Смотреть. Немного так похож.
Фиг его знает. Так, давайте ставим этого вот сюда. Кого мы там за? Вроде вот этого, да? Фиг его знает. Так, ладно. Вот этот дрифт, блин, или как его там? Крокодайл. Вот. Потом Армалдо. Вот. Потом у нас Виглибаф. Виглитаф. А потом у нас идет кто? Ну конечно же. Кто же еще? Камерапт. Вот. Так, ставим их обратно. Ставим вот сюда, берем вот этих. Да твою ж мать, у нас же был гример. Точнее, мы словили гримера и прокачали его вроде, если я помню. Сейчас давайте посмотрим. Или мы его словили, но не прокачали. Да я же помню, мы словили недавно гримера. И прокачали его в мака. А хрен его знает, ребята, честно. Ну просто, если честно, тут я не вижу. Поэтому хрен его знает, ребята. Может это он? Но я же помню, он эволюционировал. Где? Хрен его знает, ребята, честно. Давайте возьмем еще немного Rare Candy. Так, где они? Так, вот сейчас прокачивается в мака. Да я же помню, мы же прокачали гримера в мака. Хрен его знает, честное слово. Может нет? В принципе, сейчас прокачается он. Так, вот. Так, сейчас, секундочку, это поставим сюда и выключим и поставим. Так, кто там у нас идет? Вот. Саламенс, о! Потом Флайгон. Ну, Саламенс, конечно, вообще прикольный такой. Динозаврик или что это? Так, ладно. Драпион. Потом у нас Мак, которого, в принципе, мы сейчас прокачали. Арканайн. Арканайн. Потом Милтан. Так, ставим их обратно. Ставим, берем вот этих. Так. Арбус. Потом у нас идет Клойстер. Потом у нас Додрио. Потом у нас идет Глискор. Глайскор, да, вот он. Такой. Потом у нас идет Минун. Майнун. Потом у нас идет Магмутар. Капут. Капут он мелкий. Так, ставим их обратно. Ставим их обратно. Вот сюда. Сейчас, ладно. Берем вот этих. Так. Мачамп. Кто же еще Мачамп? Потом. Сида. Потом. Сайзор. Во. Какое. Потом у нас идет Райпериор. Потом Электривайр. Ух, вот это покемон вообще офигенный просто-напросто. А может я не буду ловить в новом сезоне? Ну, если какого-то электрического покемона, то может я не буду Марипа ловить, а сразу если найду Эликида. Просто это реально офигенный покемон. Солрок. Так, ставим их обратно. Ставим их вот сюда. Так. Вилету. Вайлплун. Вот. Рапидаш. Потом у нас вот это. Ух, капут тоже мелкий такой. Вобуфет. Какой-то. Ладно. Голдак. Вот этот Шайни. И Ливань. Ливань, как-то вот так. Так, ставим их обратно. Ну, в принципе, реально такой прикольненький покемон.
Ставим их вот сюда, ребяточка. Вот берем мы сейчас вот этих. Капу, тут я, если помню, в прошлом сезоне у нас было вот этих три бокса заполненных. То есть три ящика, три с чем-то, да? А вот сейчас у нас уже, ребята, пять с чем-то, да? Так, Клиффейбл. О, вот это шайни, как бы, да? Я уже пока... Ну, как бы у нас уже есть один Клиффейбл, но это шайни. Так, Нидокинг. О, какой. Потом у нас Магмазон. Джирафарик. Потом Пуливрат. Потом Райпериор. Но это шайни, да. Так. Ставим мы их обраточки. Обраточки мы сюда их сейчас поставим. Вот сюда. Так, берем вот этих. Берем. Так. Плазл. Потом Пачирису. Потом у нас идет Баттерфри. Потом Реуниклус какой-то. Дальше у нас идет Пулитоид, которого мы прокачали вроде с помощью с помощью обмена, как бы он прокачивается. С Пуливертл, да, потом мы его прокачиваешь. Вроде с обменом он вот так эволюционирует. Потом Таурос. Ставим их вот сюда. Так. Ай. Вот так. Сейчас у нас Эспион, дневная Иви. Да. Потом у нас идет Септил. Трику, да. Потом Вулкарона. Это вроде вот забыл первую эволюцию, как она называется. Ларвеста вроде. Клинкланг. Вот это вообще. Так, потом у нас Персиан. Потом Виктрибелл. Ставим вот сюда их. Так. Ай. Так. Эмбуар. Сейчас, секунду. Эмпулион. О. Эмпулион. Амбрион. Ночная Иви. Потом Венозавр. Потом Эмбуар. О, какой. Эмолга. О. И Хитмонли, конечно же. Тоже текстурку бы нужно было бы изменить, потому что, ну, просто слишком уже какая-то. Она... Ну, ставим вот сюда. И у Никсу бы тоже не помешало бы текстурку изменить, я так думаю. Сейчас как раз его будем показывать. Вот это шайни, да? Вот этот. Вот, Оникс. Не помешало бы ему текстурку тоже поменять немного. Хотя, в принципе, на каменного покемона, я думаю, сойдет, да. А вот Пинсиру бы тоже не помешало бы. Вот это уже немного как-то этот покемон. Вот это, только шайни. Глассион. О, какая. Иви, да? Так. Вот сюда. Так. Сейчас, вот этих. А случайно я вторую... Да, ты ж... нет, так. Farfetch, но вот такой. Тоже текстурка. Флорион. И всем бы Иви поменять текстурку, вообще бы было капут. Вот это только Шайни. Ликитунг. Электрод. И Тортера. Вот такая. Так. Ставим мы их вот сюда. Так. Вот так. И вот только Шайнин. Метагросс. Ух, какой. Камерап. Только опять Шайни. Блиссей. Потом. Вот этот только Шайни. Потом Визинг. Вот. Тоже текстурка бы ему немного, мне кажется.
Нужно бы было немного ему бы поменять, потому что он, в принципе, такой какой-то уж слишком... Ну, слишком какой-то. Так. Вот сюда мы сейчас его... Ай. Берем вот этих. И... Парасек. Вот. Бишарп. Хитмончан. Забдус, конечно. Последний легендарный Забдус. Вот этот тоже что-то такое какое-то. И Мамосвай. Куда же без него? Так. Ставим. Ставим их. Берем вот этих. Это уже последние покемоны, которых мы очень быстро ловили, ребята. Так, ну, Генгар как бы сначала его словили. Джинкс, вот. Джултеон. Потом Эксегьютор. Потом у нас идет Вапурион. Вот. Потом Мистер Майм. Потом Генгар. Конечно же, Генгар. Так, ставим их обратно, ребята, в компьютер. Ай. Ставим их вот сюда. И берем вот этих. Старми. Лантурн. Как он там? Лунатон. Меганю. Вот какой. Потом Бедрил у нас идет. В принципе, Шайни, вот, да. Потом Лифион. Вот. Так, ставим их в компьютер. Берем вот этих. Так. Порygon Z. Вот какой. Потом Грудон. Вот это вообще здоровило, ребята. Наверное, самый большой покемон, который есть только в игре. Хотя фиг его знать, большой. Ну, как бы, наверное, честное слово, не знаю. Но просто он здоровый, нереально какой. Так, потом Танжела, конечно же. Вот. Кабутопс. Фосил тоже. Зоруарк. Ай, Зоруарк. Вот какой. И Стантлер. Вот. Че на нем? О. И нифига себе он быстр. Нифига себе. Так. Ставим их в компьютер. Компьютер. И берем вот этих. Так, Пиджиот, которого мы словили очень быстро, как бы, можно сказать, очень рано. И, в принципе, нашли моего Шайни, потому что у него анимация вообще офигенная полета. А потом у нас идет Дитто, которого мы недавно словили, да? Дивдон, Дивгонг, я его показывать не буду, потому что тоже выкидывает, когда его показываешь. Не знаю почему. Потом Тентакруэль. Вот как. О, нифига себе. Так. Порygon 2. Какой. И потом Волрейн. Так. И, в принципе, ребята, это почти что все наши покемоны. Вот остались самые такие. Ай. Да чё... Остались последние покемоны, ребята. Вот. Нет, Мьюту это последний будет. Драпион, которого мы недавно словили, тоже Шайни. Арчопс, которого недавно нашли. И Снорлакс, конечно же. И, ребята, Мьюту! Конечно же, Мьюту. Самый сильный покемон. Сотый уровень. Единственный сотый уровень, который у нас есть. И который просто-напросто прокачивал всех остальных покемонов, которые у нас есть. Помогал всем, прокачивал всех. И сам сотый уровень. Всех убивал с одного удара. Арбы прокачивал. Если посчитать, на его счету уже тысячи убийств покемонов. Да-да, это все Мьюту, ребята. И, в принципе, мы его очень быстро, можно сказать, себе добыли. Мы очень быстро словили Мью, потом что нам оставалось это сделать, машину клонирования. И просто-напросто узнать правильный секрет, как из Мью сделать Мьюту. И просто-напросто мы его клонировали, Мью, и сделали себе Мьюту. Ребята, это последняя серия этого сезона. Сезон, можно сказать, получился такой...
можно сказать, немного длинный, да? Но, в принципе, я не знаю, может, мы не всех покемонов словили. Может, есть какие-то покемоны, которых у нас нету, но большинство часть мы словили. У нас где-то 95% покемонов. Может, где-то есть такие еще покемоны, которые не спавнятся. Или еще какие-то. Или просто которых добавили, но как бы они есть в игре, но не спавнятся. А у нас их нету, потому что на 100% у нас Покедекс не заполнен. А заполнен там писало на 90 с чем-то. Вот давайте сейчас посмотрим. Может, тут... Вот, тут не хватает, есть, конечно же, всякие промежутки, филигаторы. Ну, в принципе, я не знаю, тут есть, может, еще какие-то или нет. На букву L и на букву F. Давайте попробуем. L. Что у нас тут выбит? Лайрон. Лайрон, Лампет, Лантур, Лапрос, Ларвеста, Лифион, Леованни. Леованни, Ледиба, Лидиан, Легитун, Литвик, Лунатон, Люксио, Люкстрей. Леованни. А, ну, в принципе, этот покемон у нас тоже есть. И на букву F. Farfetch'd, Firo, Filigator, Fluffy, Flareon, Flygon. В принципе, тут показывают, что есть какие-то промежутки, но тех покемонов как бы тут нету, они не добавлены, можно сказать. Поэтому, ребята, в принципе, я не знаю, какие покемоны есть у нас, какие нету. Но, в принципе... Ай! Не то. Так. В принципе, ребята, Мью тут самый главный покемон. Ребяточки, последняя серия сезона, третий сезон оказался действительно долгий. Спасибо всем, кто комментировал, кто помогал, кто писал, каких покемонов мне не хватает, каких у меня нету, каких нужно словить, каких нужно прокачать, как нужно прокачать, где их ловить, что с ними делать. И, в принципе, ребята, действительно, всем спасибо, кто помогал, кто комментировал, кто смотрел, кто переживал. Да, вот у тебя нету там Милтанка, иди слови Милтанка, он очень нужен. Не, ну, в принципе, действительно, ребята, всем спасибо, кто помогал ловить всех покемонов, кто помогал их прокачивать, потому что мы это все вместе делали, прокачивали всех вместе, вы мне помогали, говорили, что и как прокачивать, где прокачивать, где ловить и все такое. По поводу, ребят, четвертого сезона, в принципе, он выйдет, конечно же, он выйдет, новая версия, но то, что я думал, что там добавили просто реальную кучу покемонов, и у нас будет намного больше покемонов, которых мы будем ловить, а поменялось только немного анимация покеболов, анимация, вот, ну, как бы, в основном покеболов, поменялась версия самого, ну, как бы, Пиксельмона, и поменялась версия... ну, Майнкрафта, теперь она 1.7.2, новые биомы. Давайте, ребята, еще пройдемся по дому, посмотрим, что тут и как, что у нас вообще тут было, вот какой у нас дизайн тут, ребята. Тут у нас подвальчик такой, с априконами, вот. Тут. Идем мы вот сюда. Тут у нас чаровалка. Тут у нас машины всякие, вот фосил, трейд, чистилка. Давайте сюда пойдем. Тут у нас наковальни, хилерка. А забыл компьютер, я на улице. Сейчас мы его заберем. Поставим на место, где он стоял, в принципе. Поставим его вот сюда. Печка, печки, верстак, вот. И... Тут у нас спальня, вот какая у нас спальня, ребята. Идем мы на второй этаж. Тут у нас сундуки с разным, вот еда, в принципе, да нахрена еда, если мы на Peacefully играли. По поводу еды, ребята, я все-таки думаю, что я в следующий сезон сделаю, чтобы не был Peaceful, но это сейчас. Тут у нас, ну, обсудим что-то, что и как мы будем делать, наверное, в следующем сезоне, посмотрим. Вот тут у нас всякий хлам, да, кирпичи, вот это все. У нас же и фусклинер тут, и части машины. Капот. Тут у нас шерсти куча. Тут дерево куча. Тут всяких блоков. Тут смотрите, сколько у нас всяких ресурсов. Капот. Тут у нас диски, большая куча тут тоже. Тут у нас всякие шмотки. Тут ничего. Тут камни эволюции,
куча, просто куча всяких молодов. И тут у нас лечилки были, которые мы все продали, да. Так, давайте пойдемте. Вот небольшой у нас такой городок получился. Вот этот дом я сам построил. Такой по приколу тут, в принципе, нифига нету. Просто для красоты, чтобы он был, да. Ничего тут нету. Просто такой, можно сказать, небольшой домик, прикольный, да и все. Так, идем мы на улицу. С этого дома идем мы. В принципе, построились мы около деревни, да, тут была деревня, в принципе, она вот еще есть, но так я не построил дома для всех жителей. Вот тут у нас первый магазин, который мы построили с НПСами. Ребят, вот, в принципе, говорите, будем ли мы делать НПС в следующем сезоне, устанавливать ли вот этот мод в следующем сезоне, чтобы можно было делать НПС, чтобы можно было всякие делать вещи, тоже продавать, покупать и вот это все делать. Ну, если кто за, то, в принципе, ребята, пишите. Вот это у нас тут второй дом, который я, в принципе, тоже не достроил, но вот он какой. Тоже прикольный такой. Так, тут у нас второй магазин, который мы построили, уже с продажей всяких вещей, в принципе. Вот тут везде продажа вещей всяких. Так, ну, в принципе, ребята, что можно еще сказать? Что можно еще сказать? Можно сказать по поводу нового сезона, то что, в принципе, ребята, по поводу нового сезона, я не знаю, многие писали, что против, но я действительно хочу включить спаун мобов. Многие писали, что это против, что это нет смысла. Не то, что нет смысла, а просто не хотели. Просто не нужно. Ребята, я думаю, это намного интереснее будет. То есть у нас еще появятся дополнительные цели, которые нужно делать. Не только ловить покемонов, их прокачивать, делать для них вещи и все остальное. А также быть немного внимательней, так как может к нам там сзади крипер подойти или еще кто-то. Тем более нам нужно будет делать плантации еды, чтобы не голодать. И, в принципе, нам нужно будет добывать больше ресурсов на броньку, на оружие, на чаровальни, на левела добывать. Это действительно, ребята, мне кажется, будет намного интереснее, так как будут дополнительные цели и будут дополнительные вещи, которые можно будет делать. Ребята, я думаю, что это намного будет интересно. По поводу сборки, я, ребят, не надо будет писать, что давай сборку, когда там, ну, если, ну, как это сказать, не надо будет сразу писать, ребята, в первой же серии нового сезона, там, давай сборку, быстро, давай сборку, все хотят сборку. Сборка появится тогда, когда уже пройдет пару серий, когда я пойму, ребята, какие моды нужно добавлять, может, в первой серии у нас будет парочку модов, а потом я решу добавить еще какие-то, и уже будет просить, давай обновленную сборку, и нужно будет ее перезаливать. Сборка выйдет чуть позже, как бы уже там через пару серий, я так думаю, когда уже определюсь, какие моды там нужно будет. Еще, ребят, по поводу этого сезона, карта вот этой мапы, которую многие просили, в принципе, ссылка в описании, можете зайти, можете скачать вот эту карту, где вот этого нашего сезона, которого мы провели, которого мы завершаем сейчас, третий сезон, вы можете зайти, скачать мапу, кто хочет, поиграйте, тут есть НПС, установите на ту сборку, которую вы можете скачать. Тоже, которую вы можете скачать, или просто можете не качать сборку, а просто сами скачать какой-то Майнкрафт клиент, установить туда Пиксельмон, вот этот мод на НПСов и просто покерадар и все. Потому что просто-напросто вот этот мир уже много крашится, сборка много крашится, много крашев из-за покерадара. И по поводу покерадара, ребята, в новой версии 1.7.2 Пиксельмона уже вообще уже ни хрена, там нет покерадара, ребят. Если там не будет покерадара, как мы будем ловить покемонов? У нас же были сезоны, конечно, первый сезон у нас были без покерадаров, но когда я понял, что покерадары это охрененная штука, то просто-напросто вот все к ней привыкли, и тут и ТП есть, и вот так карта вот такая офигенная, и покемонов показывает. А если не будет на версию 1.7.2, я, если честно, в принципе, не представляю, как мы будем всех покемонов ловить.
Ну, в принципе, ребята, я так думаю, на этом мы можем закончить этот сезон. Прямо сейчас мы заканчиваем третий сезон. Еще раз скажу, всем спасибо, кто смотрел, кто помогал прокачивать, искать покемонов, как их прокачивать, где их искать и все остальное, ребята. Всем спасибо. Я надеюсь, все ждут четвертый сезон. Ну, не то, что надеюсь, но как бы я думаю, что все ждут четвертый сезон, так как, в принципе, третий сезон мы завершили, и, в принципе, четвертый сезон тоже покемонов мы будем начинать. Вот тут, что нет новых покемонов, и нам нужно будет ловить тех же покемонов, которых у нас есть сейчас, только в новом сезоне. Но, в принципе, люди писали, что в новых версиях Пиксимонов будут добавлять новых покемонов, поэтому, в принципе, ребята, потом посмотрим, что и как. Ну, в принципе, ребята, всем спасибо за просмотр. Еще раз скажу, всем спасибо, кто смотрел этот сезон, кто помогал. Четвертый сезон тоже выйдет, я думаю, быстро. Как бы первая серия выйдет уже скоро, мне так кажется. Все ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи. И всем... Смотри сюда. И всем пока.